Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если тебе нравится режим кошки-мышки. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра Четтани, и сегодня у нас будет лего-танковый патруль, но немножко необычный. Привет всем, господа хорошие! Короче, ребята, нашли мы в мастерской такие миниатюрные постройки и решили сделать просто битву гиганта против малюток. Вы только посмотрите на вот этот, я, кстати, не знаю, что это, японец какой-то, видимо, Type Heavy, либо Они, но он, короче, очень здоровый, а вот этот маленький лондонский автобусик просто такой писюлька, смотри, я выше его почти. Да, это микроавтобус получается, лондонский такой. Да-да-да, блин, ребята, ну мне кажется, это будет интересно. Сложность всего этого данного происходящего будет завершаться в том, что танку, в принципе, попасть будет в маленькую машинку очень сложно. Поэтому, скорее всего, мы будем вас давить, сэр. Да-да-да, и посмотрим, как это все будет происходить. Если вам понравится этот ролик, обязательно жмите пальцы вверх. В общем, мы начинаем, друзья. Да, слышь, а почему у тебя тонировка вообще на автобусе везде? Или зеркала? Потому что, чтобы ты спросил, понял? Сейчас я найду, как залезть в свой танк. Тут потому что слишком много мест. Кстати, мне надо перейти, я понял. Я вот так зайду. Так, ну давай, попробуй поймать наш микроавтобус. Я не знаю, но микроавтобус-то может и легко будет поймать, а вот микромашины это уже будет сложно. Да, у меня просто, знаешь, такой зеленый Халк крушить. Да-да-да. Да ладно. Вот это у него дрыны жесткие. Мне кажется, если он по мне попадет, с меня вообще все сдует. Ну там, походу, сила снаряда будет раз в 20 мощнее и больше, чем вон та писюлька твоя. Ну давай посмотрим, как это все сейчас произойдет. О, красавчик. У меня, кстати, он по 2 снаряда стреляет сразу, что ли. Да он у тебя жесткий, он здоровый еще, реально как Халк, короче, вообще. Но он медленный, просто жуть. На ручной коробке передач только сразу на 4-ю скорость включаешь, она тогда более-менее, ну, прыгает, начинает ехать. Но у нас автобус, он тоже не быстрый, вообще никак. Я чувствую, будет у нас мини-серия, потому что если я в тебя стрельну, попаду, ты разлетишься. Ну ладно, будет интереснее. Сначала постреляем по тебе, не попадем, так будем давить. Дрифт! Ну, правда, дрифт это не на дрифт. Танке? Ну как сказать? Такое себе, слушай. Типа нет, дрифт. Тебе еще надо меня найти, понимаешь? Да я тебя видел только что. Я же такой маленький. Все, я выехал по твою душу. Уже? Поднимите мне веки. Господи, какой он медленный. Просто 4 км в час с задней передачей. Видишь, плюсы какой маленьких машин. Они по дворам очень легко ездят. Кстати, да. Но ездить будет негде, если не будет дворов. Да ладно, в поворотах вообще не ездит. Вы серьезно? Это трэш. То есть, если я тебя увижу, я буду сразу по тебе стрелять. Это само собой, да. Так, ну давай уже, господи, родной! Господи, я тебя лучше соляры залью. Кошки-прятки, как их там называют-то, ёпси? Кошки-мышки, кошки-прятки. Кошки-прятки, конкретные. Кошки-прятки. О, братан, здорово. О, привет. Чего и следовало ожидать. Господи, у тебя двигатель был больше, чем, блин, сам автобус. Господи. Господи, а где автобус-то? Я еще хочу ехать, ну. Восстанови-ка его, давай еще раз стрельну в него. Мне понравилось. Господи, ты горишь, я тебя спасу. Господи. Просто тотальное уничтожение малыша. Просто пуканчик взрывается, смотри как. Да-да-да, блин, ну это реально прикольно. Один выстрел с такой дуры и прямо смотри. А, кстати, у него, смотри, как башня быстро крутится. Ага, очень. Нихера ты. Ты бы лучше так поворачивался, братан. Мега быстрая башня. Не, ну это нормально для танка такого тяжелого. Короче, ребята, в такой заезд сейчас я возьму какую-нибудь малютку поменьше, и мы, в принципе, с вами продолжим. Уиха! Смотри, как пру! Уиха! Проваливай отсюда, мелкий! Дядя, вы шо, ебамо? Просто улетел. Не играйся в моей песочнице, понял? Не играюсь больше с тобой. Нехороший ты. Наваливай отсюда. Господи, он заносит в дрифте. А, кстати, я так не убрал свой. Ты можешь его пересесть, слушай. Это запасной вариант мой будет. Нифига он шпарит, слушай. Маленькая картинг машин, нифига на задних колесах. Просто летчик испытатель. Интересно, куда тебя сдует, когда я в тебя выстрелю? Не знаю.
Самое главное, чтобы ты меня не догнал, не попал мне. Кстати, она очень быстрая, она хорошая. У меня довольно-таки это неплохая, неплохой танк. А у меня, короче, дрифт на картинг-машинке. Я, походу, во что не сажусь, все дрифтит у меня. Да у тебя все дрифт, ёпси. Ты сам как дрифт. 100 км просто. Братан, ты что, меня увидел, да? Не надо, по мне стрелять не надо. Братан, я хороший, маленький такой. Марио. Маленький Марио. Маленький Марио хочет Марио. Маленький Марио хочет Марио. Вали! Господи! Вали! Я перевернулся. Эй, сзади не ломай. Лишь бы сзади сломать, я понял тебя. Ушуршал на своей маленькой машинке. Вот, ребята, об этом я и говорил в начале серии. В такую маленькую малютку с танка попасть в действительности очень сложно. Мы тем более стреляем без прицела, так что тут чисто рандом на шару. Да-да-да. Братан, братан, привет, братан. Ух ты, пониже летело бы рядом это. А, забор спас. А-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это что было? Через два забора пролетел снаряд прям в меня почти. Да, ну, нормально так. Нормально так прилетело, слушай. Это было рядом. Вся жизнь перед глазами просто за считанную секунду. Вообще повезло, рядом упало, серьезно говорю. А ты еще пушку, небось, ехал, там наводил примерно, да? Естественно, да. Да, ребятки, это жестко. Все надо быстро уметь. Чик-чик-чик-чик. Ой. Настоящий танкист. А, не стреляй меня! Мой большой собрат меня защитит. Я тебе врежу вместе с твоим старшим собратом, господи. А как ты его поджег? У тебя пукан загорелся. Ай, у тебя пукан горит вообще жестко. Господи, меня разнесло в стороны. Оу! Оу! Нихера себе, куда он стреляет, эта обезьяна? Увернулся просто! Господи, рядом! Ой, господи, как не попал-то, смотри! Опасно! Опасно! Сдуло просто! Я под карту улетел, просто в бошку прилетел. Просто сдуло, ребята, как хером сдуло вообще. Я даже не вижу твоих колесиков. Так я под землю улетел. Просто и собратно твоего уничтожил, и тебя. Ну-ка, стой, я вот так сделаю, стрелю в меня, я хочу посмотреть, как этот, как он умрет. Да с прицела можешь стрелять. Не. Господи, просто минус машинка. Просто минус тачка, друзья. Блин, ну это реально очень весело, поэтому давайте перейдем к следующей погоньке. Друзья, посмотрите вот на этого чудика. КВ-6. Кто еще не знает от Юрыча? Ты чё, ждёшь? Уезжать. Да. Так, все, хорошо, мы готовы! Давай. Я, кстати, забыл движок обратно поставить, который был. Этот танк, прикинь, гонял по 300 км в час просто. Че? Я понял. Давай. Попробуй поймать нас, мелких. Так, окей, это будет интересно. Наша главная задача, как только увидел, сразу мочи. И все. Ну это естественно, это задача у всех танков. Так, ну вот такой здоровой махины, это прям вообще апофеоз будет, если мы в тебя попадем. Не, ну у тебя там до хера дрынов, которые стреляют, поэтому дурачок может и залететь. Да. Правда, стрелять непонятно как все это дело. Я слышу где-то твою маленькую писюшку.
Ага. 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 Ага, ага, ага. А, блин, не успел стрельнуть. Ладно, я видел, как там прошуршал. Ну, писюлька, она прям вообще маленькая, слушай. Она вообще маленькая, да. Самое прикольное, я ничего сделать не могу. Просто. Бля, я твои детальки не запинаю, слушай. Я еще прыгать успеваю. Ой. 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 Господи. Ой. Так. Хватит дрифтить, дура! Не дрифти, блядь! Оно дрифтит, братан. Ты зачем падаешь-то? Я балансирую. Спокойно. Господи, я... Я балансировал, я дрифтил, а ты балансировал, да? Закачи. Ой. Ну как я попал? Ты смотри, ой, просто шквал такой прошел. Да ладно. Охренеть, тебе. Я столько дрифтил на одном месте, не мог выпрямить машину. Ну ладно, же. Если бы я не балансировал это время, может быть, да, я видел, попал. Да, я видел, что ты балансировал. Я думаю, что за херня? Как он меня еще не убил? Цирк уехал, клоуны остались, понятно. Балансирует он там. Ой, не поворачивай, Юрка. Юрка, не поворачивай только. Нет, Юрка. Я не понимаю даже, куда стреляю. А, ты здесь что? Оп-оп-оп-оп-оп. Проходим, проходим. Да проходим. Как? Проходим, проходим. Отлично, прорвались. Вова, вова. Да ладно тебе, слышь. Мансим, мансим. Господи, меня сдует вообще как этого, когда ты попадешь. Ну, мне попадать сложно. У меня три башни, у меня камера, непонятно, как стрелять. Вова, Юрка, я здесь, Юрка. Господи, ты вернулся. Ой, ой. Рядом. Юрка, это было рядом. Юрка, успокойся, мама мия. Ты что, целишься там? Прицелываешь? Да. Да. Охеренно. И не попадай все равно. Я что-то замолчал, походу, на целиться. Господи, кусок говна КВ-6 в городе просто. КВ-6 кусок говна. Ты что там катаешься? Иди-ка сюда. Смотри, он опять остановился. Он вообще тебя убивает, нет? Господи. Давайте достанем Юрыча, чтобы он бомбанул и больше не брал свою КВ-6. Я его больше не возьму. Господи, ребята, сколько выстрелов я сделал с этой дуры, чтобы попасть в маленькую машинку. Это, наверное, ад просто для экипажа КВ-6. Да, он уже уволился давно. Так. Где там самый основной дрын мой? Этот центральный. Экипаж, он уже уволился, братка. Да-да-да. Остался только Юрка, походу. Вот, вот так вот надо было просто попасть. Поставь-ка ее в центре где-нибудь. Передо мной, перед башнями. Ну, давай. Просто в нее хорошенько жахнуть. Господи, нифига у тебя шапка горит. И чё? Знаешь что, ее можно, короче, на здание закидывать, на небоскреб. Такими выстрелами. Пинками, да-да-да. Блин, ребята, ну как-то вот так, короче, получилось очень жестко, очень сложно, но тем не менее, вроде как залетела шара. Да-да-да. Ну, ребятки, если вам понравилось, обязательно поддержите нас, ставьте лайкусики, подписывайтесь на канал, и, в общем, всем хорошего настроения, всем пока-пока. До скорых встреч, ребята.